Новые овердрайвы уже завтра на основных серверах. Я не верю в это. Просто как? И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Я не верю в то, что я только что сейчас прочитал. Уже завтра выйдут в игру у нас новые овердрайвы. Этот день настал, можно так сказать. Я до сих пор не верю в то, что это реально будет завтра. Завтра выйдут новые овердрайвы. Здесь уже у нас есть анонс на основной странице. Все написано, что 11 числа с рестартом в 5 часов по московскому времени выйдут у нас новые овердрайвы. Здесь они все у нас показаны, не знаю даже, что у нас будет завтра в игре, но что-то мне подсказывает, что лаги просто неизбежны. Так, можно так сказать, даже в какой-то степени быстро появляются у нас овердрайвы, и я, честно говоря, поражен. Поражен тем, что данное обновление выходит на основные сервера, и то, что мы все это с вами вместе увидим уже завтра. Что у нас будет? Будет ли нормально они функционировать? Не будет ничего лагать? Будет все правильно и грамотно сделано? Узнаем обязательно все это завтра. Ну а сегодня это такой вот вступительный ролик. Я думаю, что еще никто об этом не знал, потому что только-только данная информация появилась у нас на основной странице. Что вы вообще, ребят, думаете по этому поводу? Какие у вас имеются мысли? Обязательно по этому поводу отпишите в комментарии. Ну а это такой вот у нас быстрый вброс, можно так сказать, информации. Обязательно ставьте лайк данному видеоролику, а также не забывайте подписываться на канал, дабы не пропускать новую информацию, потому что это очень быстрая, резкая, дерзкая, аппетитно-нагибаторская инфа, которую еще, я думаю, что никто не видел. Поэтому смотрим, чекаем, ждем завтрашний день. У меня на этом все. Всем пока.